Приветствую вас. Итак, проблема, о которой вы говорите, это то, что девушка начала вас избегать и, значит, прервала всяческий контакт с вами и старается вам не попадаться на глаза, да, то есть вот. С ее стороны идет такое вот поведение, скажем так. И якобы она сказала, что вы ее перебили, когда она хотела что-то сказать, и из-за чего вашего общения, да, по ее словам, с ней больше не будет. Вот. Значит, что хочется сказать здесь? Ну, если человек может из такой причины с вами завершить отношения, то нет никаких гарантий, что она не поступит точно так же из другого пустяка. Потому что, вообще-то говоря, в коммуникации, тем более неформально, перебивать друг друга – это абсолютно нормально. И если она на это отреагировала так, то я могу вот с уверенностью сказать, что дальше, может быть, будет хуже. В этом смысле. Вот. Поэтому вопрос заключается в том, а что вы потеряли? И были ли у вас вообще отношения? Вот. Находились ли вы фактически в отношениях, да? Вот. Потому что есть вот такое ощущение, да, есть такое вот впечатление, что, ну, что возможно, значит, вы не были в отношениях. Вот. И что девушка просто вот, ну, воспринимала взаимодействие с вами как что-то несерьезное. Есть вариант, что человек испугался просто. Вот. Какой-то серьезности в отношениях, испугался, вот. Решил пойти на попятную, придумал какой-то повод. В любом случае, говорить о том, что у нее к вам какие-то чувства есть нельзя, человек, у которого есть чувства, так себя вести не останет, вот это нужно понимать. Вот. А это означает, что ваши переживания связаны, конечно, да, вам грустно и больно, может быть, но важно понимать, что то, как вы описываете свою реакцию на ее действия, говорит о том, что у вас к ней чувства, ну вот, чувства достаточно сильные, но вот про любовь ли чувства ваши. Вот. Поэтому я думаю, что необходимо разобраться с тем,
как и у вас чувства, в первую очередь, то есть что у вас за чувства. Вот, как эти чувства у вас отображены в вашем психологическом мире. Вот. И если там есть что-то еще, помимо любви, да, или симпатии, вот, то это стоит рассмотреть и разобрать. Вот. На что бы я предложил обратить внимание прямо сейчас, это на то, на каких основаниях вы выстраиваете свои отношения прямо сейчас. Вот. То есть, как, ну, какого рода эти основания. Вот. Потому что то, что девушка вот опять же так поступила, да, говорит о том, что, ну вот, она не была нацелена на вас, как на личность, и как личность, ну, вас, скорее всего, не воспринимала. Если вам больно от расставания, да, то психолог поможет вам пережить боль, прожить ее и скорректировать ваше поведение, значит, так, чтобы снизить вероятность того, чтобы это произошло в будущем. А лично мне показалось, что для вас эта девушка некая особенная. Вот. А нужно увидеть, чем она для вас особенная, если она действительно особенная. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.